как ты вот отличишь украинца от русского, если он не говорит, что он украинец, и говорит по-русски? Если вы говорите о геноциде Донбасса, по официальной статистике, начиная с 2014 года по 2022, это официальная статистика властей вот этих вот образований. Количество погибших от боевых действий неуклонно снижалось. В последние два года было 8,5 человек, по-моему. Это один вопрос. Вопрос второй. Почему на территориях, занятыми, не знаю, как вспомнить, пророссийскими войсками, был геноцид, а с другой стороны люди жили и не тужили? Хотя та же самая Донецкая область, та же самая Луганская область, Мариуполь тот же самый. Я вопросы задаю просто. Почему? А почему Харьков жил прекрасно, отстраивался? Я смотрю людей, которые рассказывают, как хорошо они жили, какой был прекрасный город, пока не пришли освободители. Но люди не живут там, где плохо. Они бегут оттуда. И я вижу своими глазами, что раньше там люди жили, а сейчас они оттуда бегут и гибнут там. Почему? Если за вами правда. Почему они там жили, а сейчас нет? Где мы были 8 лет? А где вы были 8 лет? Почему вы не забрали этих людей в Россию, если им там так плохо жилось, и геноцид по какому признаку-то был? Русский язык? Но вот здесь граница и та же самая область, вот это то, что называлось линия соприкосновения. И там говорили по-русски, и там. Но от того места ощущение какого-то кострища какого-то просто, а с этой стороны ощущение нормальной жизни. Ну и что вы принесли? Вы говорите, что у вас есть какие-то документы? Покажите. Покажите, я не видел ни одного документа. Я слышу только слова. Убедите меня. Почему вы общаетесь со мной как с малолетним недоумком? Эмоции, слова – это не доказательство. Почему я должен верить вам на слово? Пока то, что я вижу, убеждает меня в обратном. Что такое русский народ, я сейчас не понимаю. Где он? Кто он? В чем его идентичность национальная? Может быть, нам-то надо было, чтобы война к нам тоже пришла. Тогда бы мы поняли, кто такие русские. Я еще думал о том, что вот эти дети, которые лишились родителей, они же вырастут. И мне есть чем сочувствовать. Я представляю себе, что если бы вот на мою землю война пришла, пришли бы вот какие-то люди. Просто ни с чего. Пришли и стали бы убивать всех. И я представляю, что вот с их точки зрения, особенно после того, как с севера ушли российские войска, после того, что там обнаружилось и вскрылось, нам бы вообще не пиздеть бы, а помалкивать.